На 71-м году жизни скончался бывший вице-мэр Одессы Вахтанги Убирия. Причиной смерти стали осложнения, спровоцированные коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил бывший городской голова Эдуард Гурвиц. Вахтанги Шалвович возглавлял при нем условно-силовой блок, курировал параллельно транспортную сферу, занимался внутренней политикой горсовета и запомнился рядом ярких эмоциональных выпадов в адрес своих оппонентов. В июне 10-го года на полигоне твердых бытовых отходов, дальнинские карьеры, Вахтанги Убирия угрожал журналистам пистолетом, выстрелив в воздух. Он был взят под стражу. Милиция открыла уголовное дело по статье хулиганства. Суд признал вице-мэра виновным, но от уголовной ответственности освободил по амнистии.